Там, короче, будет две машины. Одна с пулеметом, вторая без пулемета. То есть один из нас садится за руль, второй садится за пулемет. И один садится во вторую машину без пулемета. Четвертый пофиг куда. Вот, но задача того, кто будет с пулеметом, отстреливаться. У кого у нас больше хп, тот и будет отстреливаться. Да. Это значит, что перейти, да. Что будет у меня? У кого больше хп, тот отстреливает. Говна кусок. У меня вынос копал не на максимум еще. Это явно больше, чем у меня первая полосочка. Это да. А, он даже пошел, да. Значит, не проглючило. Ждем Ванюшу. Здесь. Да хрен с ними. А, я не могу в эту сторону играть. Они внизу стоять, блядь. Классно, взлетел. В эту сторону могу стрелять. Ну тот, кто где стоит. Вот и все. Зачистили. Вертушки полетели, чё? В машину быстро. Давай, ты за руль. Твою мать, Ваня, блядь. Чё? Ты меня сука задавил. Ага. Извините. Так. Кто-то нажимает F. Это пулемет. Блин, Машуль. Меняйтесь. Угу. О, не шутя, они херачат из пулемета. А что они так херачат эти вертолеты? Это жестко. Ваня, слева. Ой, фу. Сейчас, вертолет. Блин, вертолет прям в нас летит. Все. Че, умерли? Нет. Ваня, едем. Едем. Далекие края. Вы хотите? А я 4 километра не хочу идти. Черт, меня сейчас чуть не убили, блядь. Ты думаешь? Да я во всех буду убивать. А, это трактор вообще-то. Мань, ты тоже отстреливаешь. Я отстреливаю. Так, Вадим убил. Блин, они раньше взрывались, а теперь они не взрываются, кстати. Но, надеюсь, да, кончается. Нет, не кончается. А вот взорвал, а ты говорил. Ага. Блять.
У меня дважды уже чуть не убили, но... Гори, ну взрывайся, это уже, ёп! Так, это наш. Я их стараюсь буртовать. Кирюха, впереди. Я так же. На щах вообще. ХП красной полосе. Да не то, что в красной, там просто мизер, блядь. А я даже отстреливаться не могу ничего. Есть, блядь. А с какой целью у нас сложная миссия-то? Ну да, дать таких тебе. Когда слишком легко все было. Хорошо. Так, где там цель? Да. Давай. Хорошо. Так, да, я стоять, себе на работу. Погоди. Вам после школы, наверное, к вам придет. Да. Теперь маршрутки. Так они там дополнительно не успевающие. Я вижу. Я смотрю за дорогой. Хорошо. Блин, нужно Ване объяснить. Говорите, Ваня, что надо делать? Езжай вперед. Ага, понял. Мы за тобой. Ебать, это град стрел. Пострел. Да, минус один. Ой. Не парится. А, тут через сразу кнопку мыши забор. Дальше. Ну а дальше УКМ, это будет. Бля, да хорош. Чё за хуйня, бля? Чё за бронированная машина, что меня как сносит? Нет. Она, у неё это, стёкла огромные. Богдан, что? Так, а, ладно. Да, они работают, я знаю. Ой, потому, блядь! Потому что. Блин, чё едет? Да что? Кому надо опять, блядь? Иванов, перезвоню. Отлично, суки. Там в воздухе его. Пидорасы! Ненавижу! Пидоры! Нормально, нормально. Ваня прожил, и Кирюха просто пойдет. Тихо-тихо, спокойно, едем. Вы чё, слушайте? Давай, разворачивайся. Всё, Маша, стреляй вперед. Опять вперед. Надо было стрелять. И опять вперед. Фух. Да сколько это здесь было прям... Они у нас так взорвались здесь. Блять, у меня до сколько появится. Три с половиной километра. На вас выезжаю. Пошел вон. И ты пошел вон. Черт. Вау, я хедшот отвесил. Красава. Охренеть. То с управлением, что с управлением? А, блядь. Тариф попался под горячую руку. Я понимаю, у меня что-то с управлением случилось.
вовремя. Согласен. А, нет. Угу. Не говори-ка. Блять, нихуя себе, мне так сразу пол хп сняли, блять. К этому. Сука. Богдан, я сейчас не могу. У нас сейчас другая задача немножко. Он улетел. Но обещал вернуться. Так, это вы? Да. Насчет вернуться, конечно, блять. Нихуя ни с одного выстрела сносят. Замечательно. Ох, какой вас. Хорош! В полете. Блин. Что? Вы уже откуда здесь? Все, нету их. Ух, ты по нам не зашел. Нет, не я по вам. О, я вынес пилота. Круто. Как удачно попал. Тоже не сносится. Да, говорит, ух ты ж, ни хрена ж тебе. А, по-моему, у нас ебошится из вертолета. Да, все, он упал. Катина. Спасибо. Закройте нас. Давайте, уходите вперед. Да куда тут уходить? Там вон еще двое веселых пацанов. Маша, зачем ты выпрыгнула? Нет, она сначала умерла, потом выпрыгнула. Потом ее скинула. Мне нужно покурить. Ходу, ходу, ходу! А мы за тобой едем, Вань. Я села на заднее. О, наконец-то. Ты прикинь? Ёб твою мать, как больно. Блин, не могу, не вижу его. Минус. Опа! Намазал! Алло, говоришь, не трогать их совсем? Ну как? Так, касательные, не больше. Вот такие вот прямые стычки не нужны вообще. То есть, если видишь, что они едут на тебя, пытайся их объехать. Нам надо пройти по-любому, а то меня сейчас придут нажирать люди. Сейчас меня нажрут и все, и хана всему. Нельзя ли побыстрее? Можно, блядь. Да нахер. Здесь нас обычно убивают. Да. Мы уже даже дальше проехали, чем обычно. На последние три раза, блядь. На 100 метров? Да, да нет, побольше. Скажи. Давайте 500 метров. 300. Расправьтесь. Здравствуй. Давай, Кирилл. Расправляйтесь там как-нибудь. Мы с Машей тут это... Бачкуем немножко. Впереди. Вижу. Так. Ну, нахер. Все, расправимся. А, вот вниз. Так? Ну, какой-то, какого-то сортира, точно. Ю-ху! Хорош. Это было жестко. Ой, жесть. Это было очень жестко. Tell you, we only need one of these. Otherwise, it's fair. You're gonna
going in the one without a gun, don't want to draw attention. Pull the electrics, strip the plating, EMP will go in, Merryweather won't notice a difference. You guys won't need armor in there, will ya? Alright, now get going, let's wrap this up. Cool.